Хотите совместить теплое море, яркое солнце и домашний уют? Тогда вам именно сюда, в отель «Хлебодарский». Расположенный в 14 километрах от берега моря, он принял нас радушно. Пошли! И хотя времени на отдых в силу работы у нас практически не было, ощущение настоящего дома не покидало. Тут все, от винограда, выращенного хозяином, до холеных котов, создает ту самую атмосферу тишины, покоя и гармонии. Особенно если учитывать, что в этом месте о спокойствии клиентов заботятся не хуже, чем в хранилище банка, о деньгах. Мы запрещаем употребление алкоголя и курение в самом отеле. Сразу из этого заметно улучшает обстановку, и никаких обстоятельств мы не сдаем почасово, скажем так, для интима. Все создано для того, чтобы человек мог приехать с дороги отдохнуть, покупаться, перекусить и утром отправиться снова в путь. Ну а если вы не торопитесь и решили задержаться, к вашим услугам летняя площадка, а для малышей настоящий мини-зоопарк. Небольшой маленький птичник, домашние яйца для клиентов, ну и для гостей с детками очень интересно. Сразу отвлекает от усталости. Детки на ближайшие полтора часа заняты. Есть небольшой гамак, где можно попрыгать, побеситься. Теплое время помыть маленьким деткам ручки. Ну и оставить родителей на полчаса в покое на детской беседке. Сейчас еще только 6 часов утра, и все постояльцы спят. Поэтому мы не будем сильно шуметь, а тихонечко-тихонечко пройдем просто по коридорам. А вот и список запретов, причем достаточно много, и касаются они и новых, и постоянных жильцов. Пошли дальше. Ну и, конечно же, главная достопримечательность этого этажа и, наверное, всего отеля. Это Стена Славы, где свои футболки и подписи оставляют самые известные постояльцы. Вот это, например, оставила команда, которая на электромобиле проехала, если я не ошибаюсь, 16,5 тысяч километров и останавливалась именно здесь, когда проезжала Украину. Сегодня в отеле «Хлебодарском» 9 номеров разной вместительности, а также отдельные двухкомнатные апартаменты. Для любителей пары и веника – настоящая хлебодарская банька. Все номера выполнены в современном стиле и гарантируют постояльцам уют. В первую очередь ориентирован на автотуристов, деловых людей, бизнесменов, которых интересует больше просто ночевка комфортная в дороге, чтобы это было безопасно, не было постороннего шума от соседей. А вот если чего не доглядели, на помощь придут камеры наружного наблюдения.